Всем привет! Сегодня мой обзор будет полезен тем, кто занимается рукоделием. Это деревянные сердечки с надписью Love. Очень миленькие, аккуратненькие сердечки, без брака. В пакетике должно было быть 100 штучек. Я не поленилась, пересчитала. У меня даже на одну штучку больше. Следующее. Вот такие вот снежинки. Я не буду рассказывать, где их можно применять, потому что те, кто занимается рукоделием, сами знают. Очень миленькие, симпатичные. В пакетике 25 штук ровно. А это бабочки. Бабочки красивущие. В реальности они оказались даже лучше, чем были представлены на фотографии на сайте продавца. Очень много различных дизайнов. Красивые, блестящие, очень красивые. В пакетике должно было быть 50 штучек. У меня же в реальности на 2 штуки даже больше. Очень приятно. Буду еще заказывать. Ну вот на сегодня и все. Всем пока-пока.